Это не просто видеоинсталляция. Это настоящее социологическое исследование на тему, как мы знаем географию своей страны. Помним ли ее очертания? Автор проекта Павел Шугуров предложил художникам Санкт-Петербурга и Владивостока нарисовать российские границы. Я не спрашивал музыкантов это сделать, потому что у них они могли бы сказать, ну, я по-другому себе представляю, но, к сожалению, не могу нарисовать. Художники не могут такого сказать. Они умеют рисовать, и они мне нарисовали то, что, как они представляют нашу страну. Вот сами творения художников. Скромные рисунки, выполненные ручкой. Вот. Ну, это Дима Кузьмин или вот Ибрагимов, владелец большой мастерской витражной, из самой крупной. А чтобы зритель все-таки наглядно понял, как рисунок художника отличается от реальной карты, неохваченные территории в видеоинсталляции высвечиваются красным светом. Как оказалось, ни один питерский художник не помнит точных очертаний Дальнего Востока. А про Приморье они вообще забыли. Полуостров Муравьева-Амурского на рисунках просто отсутствует. А когда мы доходим до приморцев, они очень гипертрофированно изображают полуостров Муравьева-Амурского. Иногда обрезая все-все-все вокруг, но оставляя его, а иногда он даже вот в таком вот виде присутствует. Но зато наши часто забывают Кольский полуостров. А так как он, так же как и полуостров Муравьева-Амурского, напоминает, по мнению автора, аппендикс, то и проект назван «В поисках аппендикса». А страна наша – большой организм, который можно изучить только путешествуя и познавая его на ощупь. Что и делает автор и призывает других. Ольга Сомкина, Екатерина Мухина, «Панорама».